в первенстве Иркутской области участвует первые 10 команд, ветераны, кому за 45 лет. Вот. У нас охвачены такие команды, как Байкал плюс Мобил, Ираэр, значит, Воссип, Локомотив, Шелихов, Усть-Орда, команда объединенная с Баяндаем, ИСХИ впервые, Аэронавигация впервые участвует. Ну, я думаю, что команды будут Искра, еще команду забыл. Сегодня вторая игра, присматриваемся. Да? Да. У нас один ветеран 69, не 67, самый натуральный. А, как сам можно, да, по возрасту, да? Можно, да? Хорошая игра, главное. А от какой команды? От нашей или от других команд? От нашей. И сыграть без травм. Как вы думаете, вы будете бороться за какие? Вы за медали будете бороться? Никогда не загадываем это. Даже за медали? За медали будем. Вам уже исполнилось 69 лет, да? И вы не можете успокоиться. Да, да, да. Жена что говорит? А ничего, нормально. Нормально? Думаете, вы свои очки возьмете? Мы будем стараться, конечно. Да? Будем стараться. У тебя будет в этом чемпионате? Из игроков, из команд? Ну, у нас все открытия. Мы настолько друг друга знаем, что уже нам открывать некого. Так появляются те, кто бросал футбол, кто опять хочет в нем заниматься. Ну, потому что футбол – это наша жизнь. Спасибо.